посвящена теме Булгакова, «Мастер Маргарита», только написана она была много лет назад, тогда, когда я еще считала, что Маргарита классная. Нет гитары, да? А это не та гитара. Я сейчас спокойненько так вот так зажму, и даже гитар я не буду. Да, ну и я считала, что, в общем, как бы... Что я считала-то? Да. Да, я посмотрела фильм «Белое солнце пустыни» и прочитала Булгакова и думала, вот надо же, вот их все тянет куда-то, этот на корабль там бежал, этот куда-то там глазами тоже вдаль, а она вот страдает, понимаете, вот они. И получился такой монолог между женщиной и мужчиной, как бы вечный момент несовпадения. Вступление тоже, значит. Да. После дождей небо в исподнем ничем не прикрыто. Страсти Господни будет девочек, если сегодня мне ночью приснишься не ты. Маленький домик в старой Испании, здесь, пожалуй, закончу искание. Стану хозяин, кажется, в кане осталось немного воды. Чай не сейчас, но вино, сыр на столе. Мне не сойти ни с ума, ни с этих колен. Наблюдать, как губы постареют, что-то шепчет мудро, приходят. Будто с кем-то споришь мудрый, и приходит утро, а тебя он поет. Сколько лет ты ждала меня, ведь это призвание. Мне приснилась Испания, значит, у нас будет сын. Домик окнами к северу, я смогу, я, наверное, быть невырванным деревом, где, говоришь, твой сыр. Дни, как молитвы твои, слишком длины. Чай и икра по утрам, к ночи блины. Буду наблюдать, как губы постареют грубо, и погаснет свет. Двое по дороге к морю все о чем-то вспомнили, а меня-то...